Победа и только победа. Именно с такой внутренней установкой прибыли на ежегодный чемпионат более 200 участников из трех стран – Беларуси, России и Казахстана. Подразделения МВД, территориальные подразделения органов пограничной службы, прокуратура, Следственный комитет, Комитет судебных экспертиз и многие другие ведомства на протяжении трех дней будут соревноваться в трех дисциплинах. Позади уже осталась стрельба из пистолета Макарова на расстоянии 25 метров. Сотрудники выполняют упражнения в количестве 10 выстрелов, и за что потом начисляются им определенные очки. Следующий день соревнований – это плавание 100 метров. Все сотрудники, так же, как и мужчины и женщины, по возрастным категориям будут выполнять этот вид программы. Уже в первый день соревнований нашлись участники, которые оказались далеко впереди своих конкурентов. Кстати, среди них много девушек. В соревнованиях участвую уже третий год подряд. До этого становилась 2 года победительницей этих соревнований. Каждый раз проходим сборы, готовимся, серьезно настраиваемся, тренируемся и хотим показать высокие результаты. Я уже прошла стрельбу, этап стрельбы. Я показала 85 очков. Это довольно-таки хороший результат. Но есть девчонки, которые немножко выше стрельнули. Но это не последний вид, еще 2 вида впереди. Так что еще самое интересное будет впереди. Силовую подготовку женского пола отмечают и судьи. Эти красавицы, несмотря на милый и хрупкий внешний вид, вполне могут дать фору мужчинам. Как практика показывает, что девушки не являются слабым полом. Результаты иногда у девушек, что касается и стрельбы, и легкой атлетики, кроссовой подготовки, иногда выше, чем у мужчин. Участники соревнований отмечают, что такие сборы позволяют обменяться опытом с коллегами и отточить свои навыки. Нашлись и те, у кого есть и свои предложения для будущих чемпионатов. Сейчас идет двуручная стрельба. Это уже больше похоже на практическую стрельбу, как вот это IPSC идет. То есть здесь это... Так стрелять я не буду в практической деятельности, с руки. А я бы, например, сделал бы эти 3 вида подряд. Отстрелял, как только отстрелял, сразу же побежал или проплыл, и потом выскочил, сразу побежал. Чтобы это было больше похоже вот так на Ironman. Тогда те, кто, например, вот отлично стреляют, есть такие люди, которые отлично стреляют, мастера спорта, они за счет стрельбы набирают очень много очков. И потом на кроссе ты даже на минуту их обгоняешь, но не можешь очками их догнать. Замыкает соревнование бег на 1500 метров, который пройдет на стадионе спортивного комплекса «Брестский». По итогам чемпионата будут подведены итоги и выявлены лучшие командные и индивидуальные результаты. Мирослава Коваленко, Павел Малашонок, телекомпания «Бук ТВ».